Сегодня на территории Ангарского округа официально закрылся купальный сезон 2016 года. На единственном городском пляже Иловском водохранилище спускают воду, демонтируют пункт охраны и пост дежуривших там спасателей. Соответственно, как мы сейчас видим, спасатели уже собирают свое имущество, ну, обмундирование, уже сняли флаг для купания. Соответственно, уже проводятся работы по спуску воды, чтобы все-таки граждане не купались. И на будущий год уже подготовительные работы ведутся. Будут. Это очистка дна, опять же, проводится. И как бы у нас уже на Ангарском городском округе купальный сезон завершен. Напомним, нынешний сезон стартовал 8 июня. За 3 летних месяца чрезвычайных происшествий и случаев гибели людей на Иловском пляже не зарегистрировано.